У нашій країні серед причин смертності перше місце сьогодні займають сердечно-сосудисті захворювання, друге – онкологічне. У Гомельському же регіоні гетую позицію зайняли знішні причини. Тому особлива увага надається повищенню узровню ахову праці на витворчості. Так, на відкритому акціонерному товаристві 8 соковіка питанням безпеки праці і здоров'я своїх супрацовників надають першочергове значення. Каб переконатися у гетем особисто, оцініть умови праці і її виніки, сюди прибула намісник прем'єр-міністра Республіки Білорусь Наталя Качанова. Здравоохранение всегда было приоритетным направлением в государственной политике нашей страны. И, несомненно, все те программы, которые были приняты ранее, они уже реализованы. В 2015 году завершили свою реализацию. В этом году мы приступили к разработке и уже разработаны новые программы, в соответствии с которыми будут развиваться наша отрасль здравоохранения и фармацевтическая промышленность. Новая программа «Здоровье народа и демографическая безопасность» будет реализовываться в ближайшие 5 годов. В сравнении с попередней аналогичной программой. Объем финансирования увеличен у 15 разов. Эту информацию Наталья Качанова огучила подчас встречи с коллективом в рамках одного дня информования. После докладу сотрудники предприятия еще долго вели разговор с наместником премьер-министра. Пытались про разное, про якость белорусских медикаментов, возможность увеличения пенсионного возраста. Обмерковывали и особистые проблемы. Наталья Качанова обещала взять на контроль все огученные питания. Мы беседовали о развитии системы здравоохранения в нашей стране. Хотелось бы сказать, что на нашем предприятии, которое во многом является женским предприятием, у нас в основном женский коллектив, конечно же, этому вопросу тоже уделяется достаточно большое внимание. У нас имеется собственный здравпункт. Вот, наша профсоюзная организация совместно со службой, отвечающей за развитие нашей кадровой политики и социальных вопросов, регулярно проводят мероприятия по популяризации здорового образа жизни. Мы предоставляем нашим работникам адресную помощь в части оздоровления, путевок и тому подобных мероприятий. Добрые умовы працы у сумме с клопотом про здоровье персоналу приносят плен. У месяц тут выпускают каля полмиллиона одинок трикотажных товаров, каля 400 тысяч пар панчошно-шкарпетковых выработ. Поставки идут на 8 экспортных рынков, у тым лику Россию, Украину, Казахстан, краины Усходней Европы и Прибалтики. При этом высокую оценку якости продукции дают не только покупники, але и эксперты на международных выставах. Ганна Ковалева, Светлана Князева, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».